победа всегда хорошо. Ну, как бы не было, там победа есть победа. И знаете, когда команда вот играет, можно сказать, вот мы использовали, когда используют, ну, доводили мяч хорошо, увидели, что мы очень успешно играли во всех элементах. То есть немножко я считаю, что наша команда была, ну, немножко закрепощена. Я не знаю, это новый зал, ощущения всегда есть. Вот, ну, очень рад, конечно, что выиграли. Ну, эмоции, естественно. Выходишь в конце партии, знаешь, что большая ответственность. Все равно за счет эмоций подъем, такой всплеск эмоций. Понравилось очень. Всегда нравится ходить.